Друзья, всем привет! Меня зовут Владимир Королюк, а у меня здесь этот малыш на 2,5 литра. Это энергоаккумулятор поршневой весом около 30 килограмм. Вот видео, которое вы сейчас посмотрите, установлено на фронтальный погрузчик GCB. Вот именно вот такой энергоаккумулятор поршневой с распределителем. Очень тяжелый, парни. Кому нужно, обращайтесь, в наличии такие штуки есть. Он работает на от 3 тонн, от 3 до 6 тонн на фронтальный погрузчик. Кому интересно, звоните по номеру в телефоне. Никому вы комментарии отвечать не собираюсь. Кому интересно, обращайтесь. Всем удачи, всем добра. Так, установили систему СРС на погрузчик GCB-426. Неделю уже отработали. Так, вот поставили ее на штатное место. Штатное место у нее вот в раме. Гидроаккумулятор стоит. И вот клапан. Там вот видно, не видно. Вот родные у нее тройнички в магистрали врезались. Вот шланг. Шланг уходит на слив. Вот у него здесь тройник стоял с рулевого. Слив был сделанный. Сюда поставили и все, врезались. Все работает, все хватает. На перегоне вообще классно. Все замечательно.